Летние заведения располагались на муниципальной земле и по решению межведомственной комиссии подлежали демонтажу, как самовольные постройки. Собственников информировали о необходимости самостоятельно убрать точки общепита. В итоге демонтаж был произведен принудительно сотрудниками муниципального контроля совместно с казачьим обществом. Два летних кафе и бытовки для сотрудников занимали свыше 250 квадратных метров пляжа. Находившееся в помещениях имущество описано и будет вывезено на специальную стоянку.